Всем привет! Начала снимать, пришла моя помощница. Она сегодня после медицинских процедур, вернее, 2 дня тому назад были процедуры, но она еще не очень окрепла. Старается быть рядышком, да, в центре всех событий. Мы хотим с ней показать, с моей подружкой, вот этой маленькой, хотим показать мой дебют в обложках. Захотелось сделать подруге подарок близкой. На 8 марта у нас не получилось встретиться, но я приготовила ей блокнотик своими руками. Это кусочек остался от сумки от платка шерстяного. Я покрыла его органзой. Внутри я поставила подкладку и уплотнила все плотной такой тканью, которая ставится под борта на одежду, на верхнюю. Я сейчас покажу ее. Вот у меня эта ткань, она клеевая. Ее ставят на сумки, ее ставят на борта. Ну, в общем, на верхнюю одежду. Есть у меня кусочек, и я ее уплотнила я. То есть здесь 4 слоя. Подклад, такой плотный хлопок. Потом эта ткань. Потом шерсть, платок и потом органза. Чуть-чуть, когда я уже собирала, органзу потянула и немного деформировалась. Надо будет учесть это. Она не растянулась при глажке. Все это окантовала кружевом. То есть несколько скрылись шовчики. Там я оверложила оверлаком. Прошлась. И вот такой получился у меня красивый блокнот. Блокнот был совершенно обычный. Не буду доставать, все их знают. Это дешевый, как бы обычный, ну, обычный блокнот. Дешевый, не дешевый, не знаю, 100 рублей, может быть, это не очень дешево для такого блокнотика. Но сам по себе он смотрится совсем просто. О, ниточку увидела, сейчас обрежу. А уже в таком декоре, видите, очень благородно. Одного блокнота в подарок мне показалось мало. Платков у меня много. Один из них я этот нечаянно постирала не на том режиме. И он присел. Использовать его уже как бы в таком виде не, ну, некрасиво, не представляется как бы необходимостью такой. То есть либо выбросить, либо что-то придумать. Ну, и когда я вчера сделала этот блокнотик, у меня явилась идея сделать еще несколько, потому как, ну, это мои рабочие блокноты, я они тут заполненные, они заполненные у меня. Такие рабочие. Но что я хочу сказать, когда уже ты понимаешь, что зачем весь процесс, как будет происходить, гораздо получается красивее и аккуратнее. Здесь уже я вот поняла, что нужно стежку проложить дополнительную, чтобы не морщилась вот таким образом. И по корешку я сделала строчку. И здесь я уже нитку подобрала под оверлок. Видите, мне не пришлось кружево. Ну, кружево, конечно, дополнительно украшает, но для себя я решила не расходовать кружево. Подобрала ниточку. Видите, очень аккуратно получилось внутри. И стежка, и на машинку я поставила правильную нитку, и на верх на органзу подобрала. И вот так красивенько у меня получилось. Еще нужно, я хочу отпарить уже на блокнотике, чтобы вот это выровнялось окончательно. Вот я и по корешку делала строчку. Еще хочу, это совсем мой старенький блокнотик, но он мне нужен, поэтому это мои рабочие блокноты. И я хочу, у меня есть еще более большие такие тетради, я хочу сделать, но я хочу еще сделать внутренние потайные карманы для записок. Хочу попробовать, когда сделаю, покажу. Вот такая у меня получилась работа. И платочек не выбросил. Это куски от штор у меня валялись давным-давно. Органза разного цвета.
Шторы уже, по-моему, их и нет, а кусочки валялись, пригодились. Вот такие получились книжечки у меня. Кому интересно, пишите, я сниму мастер-класс. У меня еще есть ткань и есть блокноты, которые мне хотелось бы украсить. Очень просто, очень легко, совершенно. Я не люблю сложные работы делать. Люблю, чтобы было симпатично, легко и приятно, чтобы рукоделие доставляло удовольствие. Подписывайтесь, рада всех видеть на своем канале. Всем пока!